О возможных задержках рейсов сообщили в авиакомпании Air Astana. Причиной тому стали последствия непогоды. Ураган и град, прошедшие накануне, повредили 4 самолета авиакомпании. Идут ремонтные работы. В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые продлятся несколько дней. Перед выездом в аэропорт просим пассажиров проверять статус рейсов на сайте авиакомпании. Град, прошедший вчера в столице, повредил большое количество автомобилей. Для получения страховых выплат необходимо предоставить справку о погодных условиях. Ее можно получить в Казгидромете. По словам специалистов, необходимо заполнить бланк на сайте и отправить на почту Национальной гидрометеорологической службы, либо проехать в офис компании и написать заявление.